Я пришел к выводу, что все заразные болезни распространяются при помощи мельчайших, невидимых нашему глазу существ. Их великое множество. Есть существа лихорадки, персидского огня, черной смерти и других болезней. Они прилипают ко всему. К волосам, к лицу, к одежде. Вы сказали, они прилипают? Угу. Может быть, они уже прилипли ко мне? Тебе наверняка. Почему? Да потому что ты боишься, а болезнь ищет трусливых. Да будет его место в раю. Кто болезни не боится, того боится болезнь. А кто испугается, от одного страха заболеет и умрет. Как же мне теперь быть? Поднять голову и сказать черной смерти: не подходи ко мне. Ну? Эй, черная смерть! Если ты подойдешь сюда, то знай, я вырву все волосы из твоей поганой бороды! Не боюсь я тебя, клянусь красотой всех женщин мира! Ну как? Хорошо. Самый верный способ не заболеть. А теперь нам нужно найти одного человека. Он поможет прогнать черную смерть. Идем. Кто вы? Я Ибн Сина. Ибн Сина? Мне давно хотелось встретиться с вами. Я много слышал о вас. Прежде всего, достойнейший Беруни, прикажите дать нам чистую одежду и сосуд с уксусом вымыть лицо и руки. У какого народа такой обычай? В какой стране? Это должно стать обычаем той страны, где свирепствует черная смерть. Понимаю. Заходите. Прошу вас. Досточтимый Ибн Сина, скажите, можно ли бороться с черной смертью? Можно. Да? И для этого прежде всего необходимо освободить людей от страха перед этой болезнью. Самое главное — не бояться. Верно. Черная смерть передается от человека к человеку. Она прилипает ко всему. К рукам, к волосам. Даже ветер разносит черную смерть, поэтому людям нельзя собираться вместе. Нужно закрыть на время базары и мечети. Пусть каждый молится у себя дома. Люди, не собирайтесь вместе! Черная смерть передается от человека к человеку! Покиньте базар, пусть торговцы разносят свои товары по домам! Так говорит великий лекарь Ибн Сина! Деньги опускайте в сосуды с уксусом! Эй, люди! Не бойтесь черной смерти! Кто ухаживает за больным, пусть смочит вату в уксусе и заткнет себе этой ватой нос, а во рту пусть держит листья полыни! Сидите дома! Веселитесь! Черная смерть убегает от музыки и веселья! Люди, слушайте! От одного больного заражаются 100 здоровых! Уходите из мечети! Расходитесь! Пусть каждый молится у себя дома, если не хочет заболеть! Так сказал великий Ибн Сина! Расходитесь, правоверные! لكل العلم الذي في أيدينا من سنين علماء المسلمين لولاهم في العالمين ما كانت في الشرق علوم والغرب لهم يدين والغرب